Близится Новый год, а значит, наступает пора поздравлений. Что желают жители областного центра Колымы своим знакомым, друзьям и семье в 2021 году, узнал «Вечерний Магадан». Конечно, чувствуется новогоднее настроение, и наш замечательный театр как раз работает над новогодними программами. Дорогие магаданцы, поздравляем вас с Новым годом. Хотим напомнить, что не стоит ждать понедельника либо Нового года. Надо жить сейчас, сегодня и прямо здесь. Всем здоровья, тепла и семейного благополучия. Да, я чувствую новогоднее настроение. Поздравляю всех магаданцев с Новым годом. Ну, желаю счастья, здоровья всем. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего хорошего, чтобы сбывались ваши мечты. Поздравляю. С Новым годом я всех людей поздравляю от души. Все, желаю всем людям быть счастливыми.